партийного проекта «Безопасные дороги». Хочу вас также поблагодарить за вашу работу, за ваш труд, за то женское тепло, что вы дарите нашим пассажирам. Потому что на самом деле, не знаю, до вас информация доходит или нет, но трамвай признан самой комфортной, самое любимое транспортное средство, как социальное у жителей нашего города. Поэтому спасибо вам за это. Спасибо. Надо помогать. Спасибо.